Друзья, всем привет! Тренинг К9 Аустурско-Литовск. Упражнение сейчас будет фейк-атака. Это жизнь, друзья. Это философия жизни. Как-то хило. Друзья, берите собак с генетикой КНПВ. Это совершенно другие животные, с другой философией, с другой головой, с другим здоровьем. КНПВ имеет большие традиции. Больше 100 лет организации. Норматив не менялся 100 лет. Американская полиция и армия покупает собак в Нидерландах для работы. Специально экспортируя этих собак для работы в Штатах, в армию и в полицию. Oh!
Thank you.